открытый любительский чемпионат по спортивной рыбной ловле форели и осетра со льда продемонстрировал, что зимняя рыбалка может быть массовым, семейным и широко распространенным видом спорта. Уважаемые зрители Туран ТВ, поздравляем вас с Днем Независимости. Это первый наш любительский турнир, организованный в Казахстане с очень большим таким масштабом. В чемпионате принимали участие женщины, дети, команды с ограниченными речевыми и слуховыми возможностями. Турнир носил благотворительный характер и был направлен на оказание помощи ребятам из детских домов, которых в ходе мероприятия не только порадовали подарками, но и приобщили к зимней рыбалке. Здесь каргала много рыбы? Пока ни одной. Не сидеть, а работать. Кто работает, тот вот, видимо. Какую снасть применяли? На что поймали? Стояла снасть на селедку, только поменял на малька и клюнула на малька. Отлично. Поздравляю вас. Спасибо большое. Уважаемые телезрители Туран ТВ, приветствую вас. Сегодня дебютировал открытый турнир по зимней ловле форели и осетра. Впервые в Казахстане открытый любительский турнир, который носит благотворительный характер. Данный турнир был организован рыболовыми любителями. Собралась очень хорошая команда и было реализовано такое мероприятие. Хотелось бы поздравить вас, так как мы сейчас в преддверии праздника Дня Независимости Республики Казахстан. Поздравляю вас всех. Благополучия, мир в ваши дома. Зимняя рыбалка – настолько увлекательное занятие, что, попробовав опустить удочку в лунку один раз, хочется рыбачить снова и снова. Команда «Семья». Мы рыбачим с мужем. Рыбачу я уже третий год. Научил меня муж рыбачить. Вот. Люблю зимнюю рыбалку. Тут комфортно, удобно. Маленькие удочки. Ловить люблю форель. Она и вкусная, и удобно ее ловить. Вот идет рыбалка. Видите, и вот улов. А обязательно не надо, кажется, ездить за 400 километров. Можно спокойно приехать в пригород Алматы, 20 километров, и ловить вот такую прекрасную форель. Вот вы покажете, как развивается в Казахстане рекреационный водоем. Пойманная рыба вызывает живой здоровый азарт, пробуждая природный инстинкт добытчика. А это какая команда? Пингвин. Отлично. Это на сколько у вас тянет? Шестая, ага. Шестая по счету, да? Мы были приглашены на данный турнир в качестве гостя для наблюдения. Это очень хорошее событие для всех рыболовов, любителей. Очень хорошее место для общения, неформального общения, помимо интернет-форума, для общения в реальной жизни. Зимняя рыбалка по душе взрослым и детям, мужчинам и женщинам и является вполне доступным, демократичным видом спорта для широких народных масс, отличным способом семейного отдыха на природе. Свежий воздух, легкий мороз, общение с природой, сидя на льду у лунки, поднимут настроение, укрепят здоровье, взбодрят и вселят спортивный дух. Первую поймали, отдых отличный, рыбалка отличная. Но на зимнем мы первые, летние были уже, весенние вернее, вот сейчас на зимнем. Отлично, отдых,
благодать. От души, от удовольствия. Чем в городе в этом, лучше здесь. Смотрите Туран ТВ. Казахстанская федерация спортивного рыболовства во главе с ее президентом Романом Ботабековым делают все, чтобы данный вид спорта становился все более популярным среди казахстанцев. Ну вот еще кроме форели, еще вот осетр. А вы не верили, что рядом с Алматой водятся осетры? Ребята, смотрите телеканал Туран ТВ, и вы узнаете, где водятся настоящие осетры. 105 человек, и вот, пожалуйста, повезло только сейчас. Вот что значит быть рыбаком. Ну, я ее поймал на крючок. Большой вклад в популяризацию зимней рыбалки вносит телеканал Туран ТВ. Первый в Казахстане телеканал, посвященный рыбалке и активному отдыху. Он не только освещает спортивные мероприятия, посвященные зимней рыбалке, но и объясняет новичкам азы ловли рыбы, учит правильно выбирать снасти. Вот, чтобы не подумали, что это рыба такая не с магазина, а только сейчас выловлена с этой лунки. Еще раз говорю, вот так нужно развивать рыболовный туризм. Взять ту же зимнюю удочку. Главное ее отличие от летней заключается в коротком удильнике. Основное требование к удильнику – он должен быть максимально легким, упругим, не ломаться на трескучем морозе, не тонуть в воде и, самое главное, обладать низкой теплопроводностью. Леска должна быть повышенной прочности, а катушка по возможности как можно легче, ведь удилищем приходится работать долго и весьма энергично. Традиционная удочка для ужения на мормышку возникла в середине 20 века. Мормышка – непременный атрибут зимней удочки с кивком. Возможно, данная рыба попадет в номинацию Big Fish по форели. Вот, Даур, свои впечатления можете описать вообще о мероприятии? Если честно, да, я как бы первый раз участвую в подобном турнире. Уже впечатлений масса. Всего-то час прошел, даже часа не прошло. Вот, впечатлений масса, первый раз участвуем. До этого как-то слышал, просто читал и так далее, что вот ребята рыбачат там и так далее. Но вернемся к нашему чемпионату. Бентовские пруды, в частности Девятое озеро, излюбленное место для рыбаков и зимой, и летом. Зимой после зарыбления в озере водятся форель и осетр, запускаемые в него из питомника. Клев обычно идет утром, с самого рассвета. Вот и первый открытый любительский турнир зимней ловли осетра и форели начался рано утром. Я только недавно почувствовал, что будет клев хороший, приехал сюда утром, посмотрел, но я вам честно скажу, что даже спортсмены, рыбаки, профессионалы столько не ловят, как эти любители, ребята. Кайрат, что происходит здесь-то? Ну, расскажи. Ну, во-первых, ловля форели осетра – это новый вообще вид рыбалки для Казахстана. То есть рекреация развивается, а вместе с ней пришло как бы в такие частные пруды рыбалка на осетра и форели. То есть в том, что осетр – это краснокнижная рыба, ее вообще нету. Но здесь на платных водоемах есть возможность ее половить, там, научиться ее ловить правильно. Вообще идея создания этого фестиваля возникла у нас в инициативной группе, где у нас есть администратор групп, где находится большинство горожан наших, рыболовов. И пришли к мнению, что нужно создать такой турнир именно для рыболов-любителей. Не прошло и часа, первый улов, да еще и Big Fish. 53 команды, а это более 100 человек, взрослые и дети, мужчины и женщины, соревновались, кто поймает первую рыбу, кто поймает самую крупную рыбу, Big Fish, и чей улов окажется больше других. Участвую в соревнованиях. Девятое озеро мое любимое. Зухлет я рыбачу. Зухлет рыбачу? Да. Соревнования проходили до обеда. Потом у рыбы перерыв. И после обеда нет такого клева, как с утра. Ближе к вечеру рыбаки снова могут рассчитывать на хороший улов. Да, рыбы тоже подвержены влиянию биоритмов. Выходной удался на славу.
участники мероприятия смогли ощутить всю прелесть зимней рыбалки. Учреждение, которое не финансируется государством, и ребята с удовольствием привозили вот нам рыбу. И когда они решили вот устроить такое мероприятие здесь, вот пригласив нас, то они говорят, мы хотели бы рассказать не только, показать, что вот есть такой вид ловли зимней рыбы, зимний вид ловли, да, рыбы, то еще и вот есть такая профессия рыбак. Собственно, мы преследуем вот такие цели. Мы показываем разные, какие существуют профессии, и это вот одно из направлений профориентации наших детей. Ну и вообще это замечательно, когда много народу, весело, ребята ловят рыбу, общаются со взрослыми. Я так думаю, что это все нам на пользу. К турниру допускались команды из двух человек. На одного рыбака разрешено было использовать 3 зимние удочки по одному крючку. Ловить разрешалось на следующие виды приманок: червь, опарыш, мотыль, паста, живец, блесна, балансир, икра, силиконовые приманки, нарезка селедки и иные наживки растительного и животного происхождения. Турнир прошел в один тур длительностью 5 часов. Я не первый раз рыбачу. Я и прошлой зимой рыбачил, но именно на соревнованиях по зимней рыбалке я в первый раз. То есть можно сказать, что ты уже рыболов с опытом? Да. А какая тебе больше нравится рыбалка, летняя или зимняя? Мне больше нравится зимняя. Почему? Потому что если на летней рыбалке можно не докинуть на какой-то точке, то на зимней рыбалке можно просто прийти туда. Были определены следующие номинации. В личном зачете: первая пойманная рыба, бигфиш, самая большая форель, бигфиш, самый большой осетр. В командном зачете первое, второе, третье места по общему весу пойманной рыбы. И детские номинации «Kids» первое, второе, третье места по общему весу пойманной рыбы. Подобные соревнования самого разного вида, уровня и направления проводятся на протяжении всего зимнего сезона каждый год. Вклад Федерации спортивного рыболовства Казахстана во главе с Романом Ботабековым в развитие зимней рыбалки как вида спорта высоко оценен Международной конфедерацией спортивного рыболовства CIPS. Каждым годом зимняя рыбалка становится все популярнее. Благо, рыбных мест в стране много. Желаем всем удачи, чтобы побольше поймали. Смотрите Туран ТВ! Смотрите Туран ТВ!